Всем привет! Вы на канале Мисс Кэти. Пап, что дальше говорить? Понятно, что мы выиграли маркер. И мы с папой выиграли в конкурсе. На моем конкурсе за 1 миллиард подписчиков маркеры. Папа, что кажется, что мы переместились? Непонятно. Мы переместились в другое место, потому что там мне мама привезла много игрушек новых. Я буду открывать. Пап, ну я же не маленькая. Хватит, может. Бабки зарабатываю. Я не хочу их. Ты мне все портишь. Все. Я не хочу сниматься. Ты это понимаешь? Ты очень. Я, наверное, думаю, что ты вообще, как Малфой, ничего не понимаешь. И мы выиграли маркеры на 1 миллиард подписчиков. Вот такие 4 маркера. Это маркеры Биг. Еще мы одну пачку выиграли. Тоже. Но это мистер Макс будет снимать. Такие 5 цветов. А мне 4. Пап, ну ты серьезно? Эти маркеры мне нужно наливать по лице. Правда, папа? Конечно, нет. Нельзя нарисовать. Ну ладно. Так, ребят, я поняла, для чего. Они, чтобы рисовать себе сердечки на руках. Вот, смотрите, какой сердечко. Сначала его не видно, а потом видно. Есть цвета. Зеленый и желтый, оранжевый. Это я не знаю. Может, зеленый? Пап, ну почему я могу притворяться, потому что я не знаю цветов? Почему? Как-то ты меня видите, что вы ставили мне лайки, да? Я не хочу сниматься. Посмотри, у меня уже ногти мои. Ладно, еще мы выиграли за 5 миллиардов просмотров, выиграли вот такой вот корректор, чтобы мазать себе руку. Смотрите, видите, здесь только смайл, тут нарисовано, а мы сейчас, оба, им не будет. Фика. Конечно, она не малюет, но ничего. Вы были на канале Мисс Кэти, вы открывали вот такие от вас посылочки, но не посылочки. Подарки от вас. На канале мистера Макса тоже будет вот такие подарки. А вы были на канале Мисс Кэти. А мистер Макс не пришел, потому что он пошел гулять с друзьями. А меня папа заставил сниматься в видео. Понимаете? Я, наверное, смешным голосом говорю. Ну что, тут папа застыл у меня. Все, папа, я не буду сниматься. Я, это мне не нравится. Я уже большая. Ты что, видишь, я уже сама иду красить себе ногти. В лампу пхать. Ты, папа, я не хочу. Все. Ой-ой. Я в ТикТоке. Ребят, если вы еще помните Мисс Кэти, меня, пожалуйста, поставьте под этим видео лайк и подпишитесь на этот канал. А вы были на канале Мисс Кэти. Всем пока!